Рядом со мной стоит Жанна Ослезова. Жанна, скажите, пожалуйста, что за компания такая «Роспес»? Мы являемся отечественным производителем. Компания «Роспес» – торговая марка. На рынке мы уже более 15 лет. Представляем вот такую вот линеечку. У нас предприятие полного цикла. В отличие от других компаний, у нас нет закупок со стороны. Мы занимаемся мясом непосредственно. У нас есть линейка деликатесов для людей, как из мяса, так и из мяса птицы. Весь остальной продукт уходит полностью на корма. Рецептуры разработаны совместно с ветеринарами. У нас очень большая линейка именно ветеринарная для собачек, которые страдают ожирением. То есть есть серия как монодиеты, холистик. То есть для собак, которые именно вот прикреплены к каким-то ветклиникам, наша линейка будет очень полезна. А под каким, под какой торговой маркой вы выпускаете корма? Торговая марка «Роспес». На сегодня мы охватываем в основном это служебные собаки, питомники. Не так давно вышли на сети Wildberries, Озон. Можно посмотреть наши там корма. Вся линейка представлена. И готовы, вот сейчас обсуждаем, выходить в регионы, развивать свое производство. А в каком ценовом сегменте находится ваша продукция и какие ожидания у вас от выставки «Протэкспо»? Значит, ценовой сегмент у нас кормов премиум, но качество у нас супер премиум. То есть мы полностью ориентированы на корм очень хорошего качества. На выставке планируем найти дополнительную, да, какую-то дистрибьюцию, может быть, в регионы и попробовать расширять свой круг. А как вас можно найти на выставке? В каком павильоне и в... Мы не представлены в этом году на выставке. Здесь вот находимся в центре закупок сетей. Общаемся, встречаемся. И можно будет информацию дополнительную мы оставим, можно будет на нас выйти. Есть наш сайт roспес.рф. Вся информация выложена на сайте. Жанна, спасибо вам огромное и желаю вам хорошего дня.